Вот у нас грибы соленые, 12 позиций. Все соленые бочка. Вот сухие грибы. Посмотрите, 3-4 позиции. Лисички, подосиновики. Вот это орехи, кедр. Таежные, просто шикарно. Грибчага, шиповник, у нас все есть. Невероятно вкусные, ароматные, уникальные и даже редкие продукты для нашего стола. От такого изобилия, представленного на стенде компании «Ароматы тайги», разбегаются глаза. Помощь покупателям, дегустации на месте, чтобы здесь же оценить по достоинству вкусовые характеристики продукции. Кто знаком с ассортиментом таежных богатств, со знанием дела совершают покупки. Очень вкусные, очень полезные. С картошкой пожарить. Больше 10 лет компания «Ароматы тайги» радует своих покупателей разнообразием таежных богатств. Помимо грибов, причем представлены как сушеные, так и соленые и консервированные, здесь порядка 20 позиций ягод. Это брусника, клюква, черника, морошка. Так называемая «живая ягода» в собственном соку – особая гордость компании. Множество травяных сборов. Есть даже шелуха кедровых орехов, использовать которую можно, к примеру, как наполнение для подушек, снимая головную боль и поясничную. Вся грибная продукция из Сибири, таежные, Томска, грибной край у нас там. И они, грибы живут тоже очень полезно, очень много белков, лучше, чем мясо даже. Грибная продукция, она очень тяжелая, конечно, работа, но зато она очень вкусная продукция. Мы сюда уже 10 лет приезжаем, у нас все покупатели знают нашу продукцию и всегда покупают, приходят. И они ждут меня. У компании свое производство. Есть и заготовители в регионах России. Представительства «Ароматов тайги» работают в 15 городах страны. До 22 октября продукцию компании можно оценить и приобрести на выставке. Стенд номер 46. Рената Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».